Жил-был одинокий дедушка, и была у него избушка на краю леса. Вдруг из леса собака бредет, уставшая и худая. Дед, а дед, дай водички попить. 2 дня не пила, в горле пересохло. Напоил дед собаку, и побежала она во свояси. Спасибо, спасибо. Потом мышка прибежала, замерзшая. Увидела деда и взмолилась. Дедушка, у меня детки голодные, дай мне немножко еды. Конечно, милая, корми деток. Сказал дед и дал мышке последние зерна из своих запасов. Я один, протяну как-нибудь. Вдруг, откуда ни возьмись, белочка прискакала. Нет ли у тебя орешка какого? У меня все кончилось, весна скоро. Нашел дед один орешек и угостил гостью. Что грустишь, дедушка? Тоже весну ждешь? А дед ей и отвечает. Весну-то жду, но плохо мне. Одинокие. Вот если б внученька мне, вот это было бы да. Вот жизнь настала бы тогда. Ты жди, жди обязательно. Чудо обязательно случится. И правда, вскоре чудо случилось. Вдруг из леса собачка пришла, что воды просила. Да не одна пришла, девочку-сиротку с собой привела. А ты чья девочка? Обрадовался дед. Ничья, могу с тобой жить. А собачку себе оставил? Так и стали они жить втроем. Дедушка, внучка и жучка. А мышка в гости стала ходить и по зернышку носить. Так и хлеба у них стало много. И белочка часто захаживала, орешками угощала. И все повторяла. Чудо случается там, где его очень ждут.